Всем привет! Сегодня готовим кисломолочный продукт мацони. Сегодня готовим кисломолочный продукт мацони. Для этого нам нужно молоко и закваска мацони. Молоко можно брать любое. Я беру домашнее. Молоко наливаем в кастрюлю. Ставим молоко на огонь. Температуру молока доводим до 50 градусов. В мацони добавляем молоко, перемешиваем. До однородной массы. Наливаем в кастрюлю и перемешиваем. Закрываем крышкой и накрываем. Так оставляем на 5-6 часов. Потом убираем в холодильник. Достали из холодильника мацони. Получился вот такой. Густой. Наш мацони готов. Можно кушать. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!